Добрый день, я Игорь Котелевский, автор программы для создания схем вышивки бисером. Программа называется «Бисер и муляная Смай Джейн». Программа позволяет создавать схемы вышивки бисером и крестом, в том числе по фото. Сейчас мы создадим вот эту вот схему вышивки по картине Ван Гога «A line in the public garden at Arles». Дорожка в общественном саду в Орли. Вот. Значит, нам нужна, значит, для этого будет сама картинка. Своды. Ну и, понятное дело, программа. Значит, открываем файл новый. Дизайн на основе оригинального изображения. Далее выбираем картинку. Ну, она у нас здесь вот на фото. Покажем, как мы ее выбираем. Выбираем, где у меня тут Ван Гог. Вот он, вот в Орли. Палитру прициоса. Размер бусинки номер 10 бисера 2,5 на 2,5 миллиметра. Число бусинок вот ставим 200. Программа сама ставит, что по высоте будет 159, так как у нас стоит отметка пропорциональная оригинальным изображениям. Вот, ну, формат, качество, максимальное число цветов 100. Ну, остальное по умолчанию. Все. Схема достаточно большая, 200 на 159 бусинок, это, значит, в метрическом размере 50 сантиметров, по ширине 40, по высоте примерно, такая приличная. Вот, получили первичный прогон. Значит, можно сразу после этого изменить число цветов дизайна. Посмотреть, как вот он будет, если уменьшить число цветов со 100, там, до чего. Да, это вот галочка вот эту вот здесь поставить, она будет сразу. Значит, завершить. Сейчас будем изменять число цветов. В левом окне у нас вариант, когда у нас вот 100 цветов. А справа будет, когда мы поменьше. Ну, так вот, на скидку 40 сюда. Попробуем использовать. Ну, небо стало менее голубым. Вот тут вот шляпка потерялась. Коричневость, ну, так, так. Ну-ка, вот если еще, допустим, до 30... Ничего так, мой взгляд. Еще 20. 20, ничего. Пускай будет 20. Так. Ну вот явно тут везде есть одиночные цвета. Сейчас мы их удалим. Все цвета. Вот у нас так вот. Так,
заправка изолированной бусинки. Будем их удалять. Аналогично, левое окно, это тот вариант исходный с одиночками, правый, когда мы их удалим. Вот, значит, будем удалять одиночки, допустим, чисто одиночки. Можно еще когда одиночки, двойные, там и тройные и так далее. Вот оно и строит их список. Вот, одиночки. Вот, например, вот цвет. Такой-то. Всего бусинок 25-12, одиночных 407. Нажали, вот он их показывал. Заменить этот удельный цвет. На одиночные цвета одиночных бусинок этого цвета будут заменены цветами соседних бусинок, которые наиболее близко подходят. Ну и так вот можно все нажимать, но это будет долго. В одиночке можно сразу все удалить. Суммарно это будет более гораздо быстро. Ну, вот такой вот вариант. Окей. Теперь, значит, мне нравится, когда в зазорах между бусинок оригинал. Вот здесь голубое небо в зазорах между бусинками, но они круглые. Так сказать, не квадратные плиточки, а круглые. Между ними есть зазор. Он по площади достаточно много, где-то процентов 25, если не больше, занимает. Поэтому если между бусинками в области голубого неба будет голубой цвет напечатан, а, допустим, на елке там зеленый, а на дорожке желтый, это более близко к оригиналу, более красиво. Вот так вот. Теперь, значит, подберем, сейчас поставим, посмотрим, какие у нас символы будут здесь, настроим их. Мне нравится вот этот символ. Шрифт-символ, применяем его. Ну, вот. Кто из кто. Окей. Так, пока спрячем. Сохраним схемку на будущее. И будем теперь ее экспорт в PDF. PDF. Так. Сетка лучше смотрится, когда этот растер. Нумерация по порядку будет. Все. Число бусин поставим на одном листе 60 на 60. А пусть здесь будет 70 на 7. 70 у нас здесь, значит. Ну ладно, пускай вот так вот. Окей. Надо подождать, пока он тут сделает. Схема достаточно большая. Вот. Сетка, значит, разбивает всю картинку, схему на блоки вот заданного размера, там 60 на 70. Бусин для каждого вот, делает картинку соответствующую.
схему бисера и поверх 8 цветов ставить символы цветов, чтобы было понятно, какой это именно оттенок зеленого, здесь их достаточно много, ну и так далее, всех цветов. Сейчас это будет готово, еще минутку подождать. Ну вот, готово, сейчас мы посмотрим. Вот. По умолчанию запускается программа для просмотра этого PDF-документа, то, что с вами на компьютере. И это просто браузер. Вот это вся картинка, вышивка. Вот это список использованных цветов, да. То есть цвет, как он выглядит, как он обозначается, каким символом на схеме сердечко, код, MPV-код этого цвета, общее число цветов. Вот. Эта разбивка означает все схемы на, так сказать, блоки на сетке. Первый блок. Все достаточно четко. При желании можно распечатать в черно-белом варианте это дело. Вот. Ну, смотрим на схему. Если она, так сказать, нам подходит, можем ее печатать, приобретать бисер и вышивать. Все.